Купол обсерватории педагогического вуза многие из этих школьников, что приехали из разных уголков края, открывают для себя впервые. Такая возможность представилась им благодаря первой в регионе астрономической школе, которая готовит олимпиадников по данному профилю. Идея создать в прямом смысле звездную школу возникла в прошлом году. Как говорят организаторы, в связи с постоянно меняющимися стандартами изучения астрономии, что в конечном итоге сказывается на объеме знаний, которые получают школьники. В 1933 году был основан этот университет, и он был одним из крупнейших в то время в Алтайском крае. Он первый был вообще. И поэтому это место было выбрано основным местом, где будет размещаться эта обсерватория, так это вроде называется. И она принимала непосредственное участие в отслеживании первого спутника. Знание таких сведений, возможно, в олимпиадах не пригодится. В основном там задачи по физике и математике, которые школьники в астрономической школе также решают. А вот попробовать интерактивный подход к обучению решили ради эксперимента. По словам организаторов, теперь дети охотнее запоминают информацию. Ну, чем короче окуляр, тем больше увеличение. Руководство астрошколы говорит, что в нашем крае большая проблема с изучением астрономии в школах. После упразднения ее в 1993 году как обязательного школьного предмета, долгое время звездной науке был посвящен только небольшой раздел физики. На профильных олимпиадах школьники показывали слабый результат. Официально астрономия уже пятый год как введена в учебный процесс, как дисциплина. И первых два года или три она была отдельной дисциплиной, но поручалась постановление министерства учителям вести учителю физики. Но опять, как и когда-то ее вообще вывели астрономию из школы, сегодня ее как отдельный предмет опять убирают и вводят в физику. Естественные опыты тоже на уроках школы проводят. Это один из наглядных способов объяснить, к примеру, что такое оптические особенности по типу поляризации. Ведь о таком известно в основном физикам. Даже на эту астрономическую школу мы приглашали не только победителей школьного этапа по астрономии, но у нас еще большой список детей, которые победители по физике, потому что некоторые из них, да, тоже проявляют интересы к астрономии и могут принять вполне участие в нашей программе. Также до конца недели школьники познакомятся с Центром космического мониторинга в Классическом университете, посмотрят научно-популярный фильм о звездах в Барнаульском планетарии, а в следующем месяце участников профильной смены ждет олимпиада муниципального уровня, дальше регионального и, возможно, даже всероссийского. Астрономы и покорители космоса, говорят специалисты, стране сегодня очень нужны. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, «День с толком».